Поздравляем вас. Спасибо большое. Вся семья, наши вкладчики. Спасибо большое. Самарская пенсионерка Валентина Болдырева знает, как стать миллионером. Золотую банковскую карту с 1 000 000 рублей на счету ей вручил председатель совета директоров корпорации «Кошелев». Наш приз нашел своего победителя. Вот. Мы постоянно разыгрываем, делаем какие-то акции и на нашем проекте, в нашем строительном направлении. Вот. И в банке мы придерживаемся именно той же самой политики. То есть у нас мы к своим клиентам относимся как уже к членам своей семьи, поэтому эти вещи, то есть мы любим делать им подарки, любим делать им приятное. Перед Новым годом женщина открыла вклад в Кошелевбанке и стала участницей праздничной акции. Уникальным шансом выиграть 1 000 000 рублей воспользовались более 2000 человек. Акция проходила с конца ноября до 13 января. Достаточно было пополнить существующий вклад или открыть новый. За каждые 50 тысяч рублей вкладчики получали купон. Затем состоялся розыгрыш в прямом эфире одного из самарских телеканалов. Сегодня Кошелевбанк – один из лидеров банковского сектора региона. Он обслуживает физических и юридических лиц, кредитует предприятия, предлагает своим клиентам ипотеку с минимальной и беспрецедентной для России ставкой 5,5%. Ольга Морозова, Константин Головин. События.